Это Феровия, железнодорожная станция, вокзал Венеции. Сюда приезжают поезда с большой земли, так называемой. Вот там остановки сразу, вот Рабасо. И сюда приехала и я, станция Санта-Лючия, Венеция Санта-Лючия. А я сейчас сижу на ступеньках какой-то церкви, пишу дневник. Люди вон сидят, едят пиццу. В Венеции, в принципе, это нормально сидеть на ступеньках, где попало.